Главный вокальный проект страны «Голос» вот уже 2 года показывает самый высокий рейтинг и завоевывает сердца телезрителей. Напомним, в детском этапе шоу участвует северодвинка Катя Косолапова. Несколько серий программы уже вышли на экраны, но нашу землячку мы сможем увидеть сегодня в 21:30. Кастинг проходил в московской студии «Останкино». Члены жюри не только слушали песни, но и общались с юными вокалистами. Но попасть на слепое прослушивание посчастливилось не каждому. По словам Кати Косолаповой, ждать своего выступления ребятам приходилось по 10 часов. Все это время камеры снимали, но нам там дали занятия. Нам дали пластилин, фломастеры, камеры на нас были прицелены. Мы брали автографы у Дмитрия Ноги, у Натальи Водяновой. Фукольный театр играли. Разве это буквы? Пелагея у нас была принцессой без одного глаза. На «Голосе» Катя завела новое знакомство, подружилась с членами жюри и девушками из группы «Серебро». Впереди у нее большие планы и многочасовые репетиции. Она прошла на кастинг на детскую «Новую волну» и уже завтра вновь отправится в Москву. Wow, I feel nice.